сегодня журнал «Ле Классик» празднует уже пятилетие своего специального выпуска «Лучшие классические интерьеры». Известное издание родилось когда-то как признание создателя в любви дизайнерам и архитекторам. Когда я поступал в Макеевский инженерно-строительный институт, хотелось поступить на архитектуру. Я был влюблен в этих ребят, в архитекторов, в сумасшедший стиль, длинные волосы, в клиша, фиолетовые волосы девчонок, береты. И, собственно, мы инженеры, мы были ребята очень простые. На пути к мечте Юрию Раскоту посчастливилось встретить настоящую команду единомышленников. Я горд тем, что наша команда это действительно большая семья. Я часто повторяю, наша работа строится на трех китах, на трех словах. Команда, командная работа и уважение. С командой очень удачно притерлись. Вот в первый же год команда терпит мои заскоки в плане качества фотографий, качества материалов. То неинтересно, то вообще нельзя ставить журнал. Создавая спецвыпуск «Лучшие классические интерьеры», команда проделывает объемную работу, отсматривая и отбирая огромный поток материалов. Проект особенный тем, что туда действительно попадает только лучшее. Это первый и единственный журнал, специализированный о классике. В Украине конкурентов или похожих аналогов просто нет. Я думаю, любят за то, что мы стабильные. Это очень важно на сегодняшний день. Мы давно на рынке. Мы завоевали свою нишу, свое место. И мы надежные. Для редакции создание журнала уже давно стало жизнью. О нем они думают и в будни, и в выходные, и в праздники. Но оно того стоит. Мой любимый момент – это когда я вижу верстку со своим текстом и понимаю, что текстом, над которым я работал до этого, может быть, не один день, когда я понимаю, что наконец-то он удался и все сложилось. Сдаешь журнал, а потом забираешь его с типографии, достаешь из пакета и ощущаешь этот запах свежей типографской краски. Время идут, он не меняется, то есть он всегда одинаково хорошо пахнет, и ты держишь в руках этот свежий номер, и это смешанное чувство волнения и радости. Но успешным наш спецвыпуск делаете именно вы, любимые наши дизайнеры, архитекторы и партнеры. Спасибо, что вы с нами. Впереди только лучшее.